Всем привет, меня зовут Татьяна Холомьева, и это мой первый в жизни подкаст. И я хочу начать серию подкастов, в которых поговорим с вами про зеленый бизнес, про предпринимательство в сфере растений. И я вам для начала расскажу свою историю. До 2015 года я служила в МВД, и где-то года с 2013-го у меня, знаете, такое ощущение началось, такое на каком-то внутреннем подсознательном уровне, что я проживаю какую-то не свою жизнь. Я, в принципе, всегда хотела иметь какое-то свое дело, иметь свой бизнес. Но для меня мой бизнес не должен был быть связан там с перепродажей или там с покупкой дешевых товаров из Китая, например. А мне именно хотелось какое-то производство. Поэтому всю сознательную свою жизнь я что-то делала руками, рукоделила обязательно. И вот в 2013-м на рынок Рунета вышли бизнес-молодость, там разные инфокурсы, инфобизнес, то есть было очень-очень много информации, бесплатной было немеренное количество для бизнеса. И начиная с 2013 года я постоянно слушала, проходила курсы, вебинары, платные, бесплатные, и накопился такой большой-большой объем информации. Но куда его применить, я понятия не имела. На тот момент в анамнезе у нас был, помимо работы в найме, да, квартиры в Москве, еще был участок за городом, там жили родители мужа, и разводили у нас было птицы, небольшое количество птиц и козы. Вот, в принципе, и на этом сначала я решила строить свой бизнес. По птице мы очень быстро, за год, за два буквально, достигли такого предела, который возможен был на участке, да, на дачном. По козам тоже мы достигли физического, скажем так, предела, потому что невозможно содержать на небольшом участке без пастбищ, без больших, да, большое поголовье. И все это как бы застопорилось. Я не знала, что мне делать. Вот честно, было такое где-то полтора года до увольнения чувство потерянности. Наступила весна 2015-го, ранняя весна. Это был самый переломный момент в моей жизни, потому что я сидела в кабинете, я прям это запомнила на всю жизнь. Знаете, это вот как кадр показывают в старых фильмах. Я сидела, смотрела в окно, были лужи, уже снег растаял, и какой-то мужчина, он какой-то легкий дождь шел, он перепрыгивал через эти лужи, не работал, это видно, он не работал, это был где-то около, ну, не работал в найме, по крайней мере, около обеда время, и он так прыгает, и, знаете, такое ощущение, что ты смотришь, вот кино тебе показывают про какую-то жизнь классную, замечательную, но ты никогда ее не проживешь. Ну, то есть, вот ощущение такое было, как будто я проживаю вот не свою жизнь. Ну, вот как будто это не мое. Вот я сижу в этом кабинете, этот кабинет, мне все тошно, все не мое. Вот моя жизнь, она вот там вот за окном, вот там, на улице, на свежем воздухе, под открытым небом, вот там моя жизнь. А здесь это просто даже не черновик, а просто какой-то ад одейший. И я пошла и написала заявление на увольнение. Да, прям вот так вот. У меня был на тот момент 14,5 лет выслуги. И мне оставалось до пенсии 5,5 лет. Вот и все. И на этом я прям в один день. То есть это все случилось вот так вот в один день. Потому что дальше уже было просто невозможно. Дальше я, ну, дальше уже я предала бы просто себя. И я не знала, что я буду заниматься растениями. То есть я думала, что пока я посижу дома, и мне какая-то идея, меня обязательно осенит, я что-нибудь придумаю. Я пробовала очень много чего. Я вела сайты и снимала видео. На тот момент у меня был канал на YouTube. Там было около 10 тысяч подписчиков, это касаемо как раз птиц, вот этого козоводства и всей этой домашней живности, которая у нас была, то есть такой загородный, назовем это загородный канал. Мне очень нравилось вести YouTube, я с удовольствием это делала, и потом в 2015 году я еще завела Instagram, где тоже выкладывала там, да, своих там коз и каких-то домашних животных, там грядочки, и все в этом духе. И все лето я, честно, не думала вообще ни о каком зеленом, мне даже в голову, вы не представляете, я жила все лето на своем участке, с животными занималась, и мне даже в голову ни разу не пришло, что можно заниматься зеленым бизнесом, что вообще можно выращивать саженцы. Не было такого опыта, не было таких каналов, не было таких пиксельных питомников. Если были питомники, то это либо огромные, это либо садовые центры, которые все привозили из Польши, либо это какие-то, в моем понимании, питомники, растения, это какие-то гектары, сотни гектар, какие-то, ну, то есть это огромная техника. Ну, вот все, только такой у меня опыт был. Я шла с наушниками
в ушах и слушала «Бизнес-молодость». Тогда были бесплатные курсы, я слушала Дашкиева. И Дашкиев в наушнике как закричит мне: «Стой, остановись! Деньги лежат у нас под ногами, нужно просто наклониться и взять их». Я проходила мимо грядки с клубникой, единственной грядки с клубникой у нас, наклонилась, думаю, ну кто-то там тыщенка-то уронил, сейчас я, ну хоть 500 рублей, то хорошо. Я наклонилась и так пошрудила руками между кустов, ничего, конечно, не нашла, и меня осенило. И весь мой бизнес, понимаете, вот все, это все выстроилось, прям за 30 секунд в голове выстроилась полностью вся логическая цепочка. Вот все, как оно должно быть, и я думаю, у меня был такой шок, вы даже не представляете. Я думаю, как же я раньше этого не видела, ну как? Я побежала за мужем, то есть это так просто, это оказалось так просто, так прибыльно и так нужно, потому что минимальное вложение, минимальное количество людей, вот они ресурсы, все земля под ногами. Я побежала за мужем, муж в тот момент были друзья, потащила их грядки с этой клубникой, показываю мужу, типа, вот, смотри, это наш бизнес. Я уже, все, я видела миллионы, то есть я прям это видела, это было очень четко, я видела миллионы, я видела продажи, я прям знала, что мы будем отправлять транспортными компаниями, наши саженцы поедут от Калининграда до Владивостока, прям вот все. И муж говорит, смотри, и муж такой посмотрел на грядку с клубникой и говорит, кто-то будет покупать нашу траву, ну типа кому-то нужна наша трава, ну мужики вообще мало отличают, да, там траву от саженцев клубники. Я ему говорю, ты что, наши саженцы будут покупать от Калининграда до Владивостока? Ну, там все ему посочувствовали, там друзья посочувствовали, муж так уже, ну я уже уволилась до этого, представляете, да, уже настрой детей, многодетная семья, я уволилась. Это стабильно работа очень. И еще и говорю, что я буду продавать траву. Муж мне говорит, ну хорошо, он сказал, хорошо, но у нас нету никакого стартового капитала. Я ему говорю, не надо, можно я возьму пособие на детей за месяц? Пособие на ребенка, на детей, трое детей там со всеми льготами было 4700 рублей. Вот это все, что мы могли выделить на тот момент, многодетная семья, я уже уволилась как полгода, вот все, что мы выделили, и мы выделили эти 4700 рублей, и так я начала свой бизнес с одной грядки клубники с 4700 рублей. Первая часть закончена. Я не знаю, как в подкастах принято. Надо говорить, поставьте лайки, поделитесь этим подкастом с друзьями, продолжение следует. Ну, не знаю, как это делается, выложу, вы мне все расскажете, напишите в комментариях, и я про все узнаю. Но продолжение следует, дальше будет еще интересней.